И сейчас мы объявляем новый розыгрыш. На кону билеты в театр драмы на спектакль «Продавец дождя». Премьеру покажут 13 мая. Проходки получит тот, кто правильно и быстрее всех ответит на наш вопрос. Итак, сколько южноуральцев приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы? Присылайте ответы по адресу konkurs@odinobel.ru. В теме письма напишите «Хочу в театр». И обязательно укажите номер мобильного телефона, по которому с вами можно связаться. Напомню, что победителей мы выбираем только по присланным сообщениям. Звонить в редакцию не нужно. Обладателя приза назовем завтра, 11 мая. Пригласим в редакцию и вручим билет.